на них равняется, а кто-то завидует. 90 лучших выпускников из разных районов региона сегодня получают свою минуту славы в зале правительства Алтайского края. Почти все призеры олимпиад по литературе, физике, экономике, а также лауреаты всероссийских конкурсов. Мы, выросшие именно в период интенсивного развития информационных технологий, интернета и социальных сетей, отличаетесь от нас очень сильно. Вот эти отличительные особенности, они вам очень помогут в дальнейшем обучении в ВУЗе и в вашей дальнейшей трудовой деятельности. Аркадий Величко – золотой медалист. Говорит, из-за учебы никогда не страдала личная жизнь. Парень еще и успевал выполнять обязанности президента школы. Поступать Аркадий будет на факультет фундаментальной медицины в Московский государственный университет. ЕГЭ я сдавал просто, чтобы получить аттестат, потому что поступаю я по олимпиаде в ВУЗ, и результат поступления я уже знаю. В этом году школы региона выпустили около 13 тысяч человек, и у них уже начинаются выпускные баллы, а после – волнительное поступление в ВУЗы. А лучших выпускников Алтайского края всегда ждут в самых перспективных университетах страны. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.